Пи и петь песни, которые будут вести его вперед. Зачем? Потому что у каждого из нас своя особенная судьба. Мы с тобой идем разными путями, но начинается это путешествие в сердце. Должна ты идти на восток и на запад. Хоть трудный и долгий ждет путь впереди. Дорога опасна и труден твой поиск. Но кто ты такая, должна ты найти. Направят твой путь и отец, и наставники, и голос, что слышишь в душе ты своей. А можешь вернуться, бежать от пустыни, навеки остаться среди друзей. Может, так лучше подумай, нужен ли поиск твой. Если, конечно, хочешь по-настоящему, хочешь, если ты мечтаешь узнать, кто ты такой. Wants to go on a ridiculous quest. Unless you want to know, you truly want to know. Unless you want to know who you really. Ты мой дух-наставник? Ты здесь, чтобы помочь мне? Как дождь, что наполняет океаны, как буря на утесе гнет сосну, мы все частицы великого плана. Здесь всегда был наш дом. Здесь должна жить наша стая. У этой реки мы все родились. Здесь мы наполняем песней ночь. Мы должны сражаться за свое, что принадлежит тебе и мне. Все мы хозяева собственных планов. Пусть эта земля считается нашей, а небесами владеет орел. Мы все должны бороться, чтобы выжить, а иначе мы все умрем. Мы едины со всем, что нас окружает, братья всему, что видим вокруг. Мы волки. Мы берем все, что нам нужно, чтобы быть живыми и свободными. Идя тропою времени, мы с тобой поймем, никто не выживет один, а вместе не умрем. Мы волки, мы хозяева. Мы все частицы великого целого. We strike.